Thank you.
Сначала картины Ван Гога и некоторых экспрессионистов. Ван Гог не был экспрессионистом, он был другим, я просто говорю, что... Что отличало картины некоторых художников? То, что они подчеркивали контуры очень... черным цветом подчеркивали контуры. Хотя в академической живописи это запрещено делать. И вот я... Сам когда начинал только рисовать мелками на асфальтах, еще в 2006 году, я как только сначала рисовал мелками без использования черного цвета, потому что не было. Потом наконец-то нашел. Древесный угли и стал его использовать. И, в общем, очень щедро так использовал черный цвет, особенно вводил контуры там. Получались картины такие очень. Хорошие довольно-таки. Хотя рисовать я только недавно, только начинал. Но картины уже стали такими хорошими получаться. Но. Потом, когда я уже учился в училище имени Сурикова, я как бы там старался, ну, я еще самостоятельно рисовал, я большую часть самостоятельно старался рисовать. И, в общем, потому что мне не нравилась там эта программа, такой начал. И, в общем, там... Когда рисовал, то старался не использовать, не вводить контурами, черными контурами, да. И это было как бы сложнее для меня, но я просто учился там, и в итоге я, когда снова пришел рисовать мелками на асфальтах, то у меня стали получаться работы совершенно не такие, какими получались как бы в начале. Они как бы стали получаться хуже. И я долго как бы не мог понять, почему это стрелялось. Но потом пришел к выводу, что раньше я использовал подчеркивание вот этого. То есть как, у меня была какая-то своя собственная самобытная. То есть я ниоткуда не учился, никто меня там не бил за руку за то, что типа называют, что я рисую как бы по-своему. Это, типа, что это так нельзя в академической жизни. И вот из-за этого я как бы потерял какую-то свою собственную самобытность там, то есть. И теперь вот я снова пытаюсь как бы пробую начать как бы вернуться к тому прежнему и подчеркивать. Дома подчеркивать. Горы.
Не, лучше нежный сюрприз. Мельницу рисовать. Еще в начале, когда я начинал только рисовать руками на асфальтах, рисовал мельницы, и они у меня символизировали что-то. Например, на одной из первых работ, которую я нарисовал в 2008 году на асфальте, я изобразил две мельницы, которые символизировали. Короче, нарисовал такой пейзаж, который символизировал мою тогдашнюю жизнь. Там. Ну, две мельницы там, я как бы в них заложил такой смысл, что они. Это как бы нечто, что работает, что вертится. То есть производит какую-то работу, да. И как бы там две мельницы символизировали две работы, две подработки, на которых я работал в то время. А дом, который нарисовал с такой подзорной трубой, ну, с телескопом, символизировал там, получение знаний, то есть из мира, то есть там, чтение книг, то есть я там читал очень много классической литературы, там, всего. Воображение такой картины получилось. Так, сюда. Что-то зеленое. Темно-зеленое. Пейзажи такой, который я рисую после длительного перерыва. После длительного перерыва не очень-то хорошо получается. Надеюсь, разрисуюсь постепенно. Yeah.
рисовать вместо этого окна. Вместо этого копна с такой сильной рисую домик. Такой домик темным силуэтом, но мне не хочется рисовать силуэтки. Причем? Так, лучше я добавлю здесь зеленым оттенком.